Очередное заседание комиссии не стало сенсационным. Как и всегда, административные дела представлены типичными для Десногорска нарушениями. Из 16 приглашенных явились 4 человека, один свидетель, имеется 4 ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие. Условия жизни в городе, а именно плотная парковка автомобилей во дворах, для многих становится оправданием. Желание оставить машину поближе к подъезду приводит к стоянке в неположенных местах – на тротуарах и газонах. По такому нарушению было 7 протоколов. Минимальный штраф по каждому – 3000 рублей. Что вы можете пояснить, почему нарушили? Ну, у нас там парковка на 4 машины. Вечер, приехали, все с работы, все. Если до 4 не успел поставить, значит, больше ставить некуда. Традиционное для некоторых неуважение к соседям тоже бьет по карману. За нарушение тишины в ночное время штраф полагается от 2000 рублей. В этот раз было рассмотрено 7 таких случаев. Приехал с учебы и как бы вот считал, то, что не очень громко музыку слушал. С друзьями общались и музыку слушали. Ну, из-за этого, наверное, создавался какой-то резонанс. Кроме этого, 2 случая торговли в неотведенных для этого местах стоили каждому из продавцов 4000 рублей в виде штрафа. На заседание комиссии предприниматели решили не приходить. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.